The boss seemed pretty serious this time, so I suggest you prepare more than you usually might. That's all. Bye! Че, вот пиздец, я, короче, сейчас мы умрем сегодня. Сегодня мы умрем. West Park, окей. День, когда мы умрем. Че у меня вообще? Да, в принципе, все есть, я не знаю, что мне больше ничего не надо, на самом деле. Мне кажется, я готов, пошли. Потому что поесть сначала. Да поедем сначала, на всякий случай. Чтоб точно на максимум health был. Где там? Вот, такояки, заебись. Дайте мне такояки. Такояки, блядь. А, у меня уже такая ничего хорошего не состоится. Такояки состоится с болью, страданиями, блядь. О! You can't get it! I got the call from Misha, да? This is it? The final check? That's right. I gotta know. Are you the dragon of Dojima? Or is he still sleeping on the job? You're here, here of your own free will, at my invitation. We're past needing a reason, right? Yeah. Then I'm gonna ask one last time. Are you ready to fight me for real? Да, давай, я умру, скорее всего, давай попробуем. If this will settle the whole thing with you, Majima-san, then accept the challenge. Whether or not it's settled all depends on you. Действительно. Логично. Here I come, Kiri-chan, show it to me. Show me the real dragon of Dojima. Хватит по тексту бисексуальную со мной разговаривать, это достало уже, блядь. Я не могу, но, блядь, это... Я не могу с ним мужчиной, я не могу просто. Он постоянно просто со мной это... Под текстами, блядь, говорит, сука. О, нихера себе полетели. Мы полетели, блядь. Держи, блядь. Я хотел... Я сейчас хотел вот это взять. Это ты меня, сука, все сбил мне. На. Понимаешь, гвоздей. Ах ты, блядь! А? Ну все, пизда мне. Ну все, ну все, все. Ой, нихер. Это что? Я еще такого не видела. Че за нахер? Это что-то новое, блядь. Самое главное со спины, конечно, подходить. Единственное, что сработает, блядь, против него со спины к нему подходить. Или он к тебе со спины подойдет, блядь! Нет, нет, стой, нет, да блядь. Не надо. Маджима, успокойся. Че ты ржешь, блядь? Тебе смешно, мне не смешно, нихера. So close, just a little more. Seriously, we're almost there. Хватит, хватит говорить с собой родительским подтекстом. Достал, блядь. Я не могу с него. Как это можно платить, блядь? Why you still want more? Теперь он туда же. Он Кирю затащил. Он Кирю затащил свои ролевые игры. Кирича, I need more. I know you're capable of more power than what you just showed me. Представляете, после секса так же говорят. You got more power than you showed me. I need more. You can become stronger. Don't give up. If you keep pushing yourself, I can push myself harder too. Достал, блядь, подожди. Окей. Кирю такой типа, ладно. Кирю не знает, что теперь делать. Такой типа, ну, блядь. See you later. О, Кирю-те. Что я у перчатки плакал? Подожди, я был прочел. А нахера мне это надо? Он мне дал свои перчатки, как мило с этой стороны, блядь. Что это дает? These black leather gloves unlock your energy reserve when you are close to death. Нихера себе, блядь. Вау, спасибо. Конечно, как-то немного странно, мне кажется, что ты мне дал свои перчатки, но ладно. Он просто дал мне свои перчатки, блядь. Охереть. Типа, да, держи, блядь, подарок. Я не могу, он под текстами пацаны говорит, как тебе, блядь, как можно быть натуралом и быть такими? Это невозможно, блядь. Как можно с мужчиной так разговаривать и быть натуралом при этом? Типа, more, I need more power. You have more power. Show me your dragon, блядь. Покажи своего дракона, короче. Он вообще говорил вообще такое, я даже не помню. Он говорил когда-нибудь, покажи мне слово дракона. Мне кажется, это самое, наверное, гейское, что может только говорить, блядь. Покажи мне слово дракона, блядь. Покажи мне слово дракона. Да хватит, блядь, хочу бежать. Нет, свидание. Я вообще не знаю, куда я иду. Я не знаю, куда я иду. Я не знаю, что я хочу. Дебить от меня, я в бар пошел. Я пошел пить. После такого только пить надо. Я не могу. Как можно не пить после такого ужаса, который со мной только что произошел? Можешь зайти? О, не могу. О, бля, прям видно. Я прям вижу, как вот это. Разъебал все матчем со своими. Он, кажется, он вроде даже на двух грузовиках приехал. Не надо, он на двух грузовиках приехал. Капец. Нравится, как у это подопечные, кстати, прям на грузовике стояли, так и ехали вместе с ним, блядь. Would you like a side of Majima with that?
Здрасте. Че пришел, блядь? Вот мать Масай. Хе-хе. What a coincidence, Кирите. Аренбе, peg you for the type to eat at these places, Majima-san. Eh? You really think you'd catch me at some stuffy ass restaurant? Junk food is the source of my power! Besides, here I can order a combo that comes with a fight against Kiri-chan. Talk about extra value meals! Where did you get that idea? I have no intention of fighting you, Majima-san. What? It says right here on the menu! Smiles free! Kiri-chan free! It doesn't say that. I'm getting kinda hangry here, so stop arguing with the menu and come outside and take you to go, Kiri-chan. If he starts a fight in here, it would be really bad. Guess I have to fight him outside. Я просто такой, блять. Это самая тупая причина подраться. Тут в меню написано, там не написано. Да, бля, похуй. Он прям в прямую сказал Кирю, что там ничего не написано. Он все равно пошел, блядь, с ним драться. Скупец. Now I'm satisfied, customer, just as I thought. Having Kiri-chan on the menu is better than food. Да хватит, он флиртовать, ты достал. Then you won't be needing seconds, I take it. You're right. But when I start feeling the hunger again, you better give me the Kiri-chan special. Except next time, I wanna go large! Что? Ты хватит! Ты знаешь, ты сейчас слышишь, что ты говоришь? Я не понимаю. Ты в смысле, блядь, большой? Что ему большое надо? Я хотел заиграть в бильярд. Он пришел, блядь. Йо, Кири-чан! Он сзади меня стоит. Я еще ночью с палкой. Кирю, смотри назад. Отойди, он сейчас сидит в жопу засунул эту палку. О, Маджима-сан. Hey, don't go getting all defensive. I ain't here to pick a fight with you. This time. Really? The way you're holding that pole stick looks kind of threatening. Yeah, well, I wanna play some damn pole. Или pool, isn't it? На самом деле, правильно? What? Don't you know there's more to life than fighting? Figured we could change it up and shoot some pool. Are you annoyed? You're the one that starts all the fights, you know? Don't start lecturing me about having better things to do. Alright, I'm breaking. Did you hear a word I said? And why do you get to go first? So high maintenance, Kiri-chan, whatever. You're about to witness the power of Goro breaking one much more. Сколько можно? Он себе просто выдумал все больше и больше прозвищ, блядь, которые никто не использует, кроме него. Типа, ага, сработает, блядь. Я не умею играть в эту игру, блядь. Я никогда не умею играть в боулинг. Да, вот почему. У меня... Так начинал, я же белый шар улетел, блядь. А вроде, хотя вроде говорят то же самое, что и в боулинге. Мне кажется, в мини-играх одно и то же говорят, походу. Да ёб твою мать. Да ё-моё. Ну пиздец, блядь, пацаны. Мы оба тупые, мы оба не можем ничего сделать. Еще лучше. Еще лучше ситуация, мы оба дебилы. Это что такое? Что это, блядь? Я не знаю, как это я загоню, конечно, блин. Ну ладно, это так, похуй. Пихуй, блядь. У меня чего терять. Йоло. Да ё-моё, что происходит? Я не могу, Боба. Мы сейчас будем вместе просто целый день, блядь, сидеть и пытаться просто загнать этот мячик, это, блядь, шарик ёбаный. Блядь, я не вижу, как такого поделать. Я... Как я это сделал сейчас? Что это было, как я это сделал? Давай, сделай что-нибудь, пожалуйста. Нихера себе ты, блядь, нихера, бля, Маджима, охуеть, что это было? Смотри на них, блядь, дебилы. Два дебила просто, сынок, блядь. Что он делает, Маджима? Что он делает? Маджима, что ты делаешь? Я буду все смотреть на них. Это нравится их анимация, такой дебилизм, конечно. Я скажу, без эмоций еще это делаю, типа. То у них такие прям вот... Это прям эмоции
никаких. Ну, блядь. Чё так смешно из-за этого? Я могу еще раз, что ли? О, он стоит, вот он. Ебать, я могу просто к нему вернуться. Привет. Ты готов? Он сидит на нем! Он сидит на столе, блядь. Для бомжа. Он просто на нем сидит. Я не знал, что будет на нем сидеть, блядь. Здрасте. Чуть удобно, да? Ну, как говорится, блядь, это... Не знаю, как говорится. Просто помню трэш, что, типа, все бисексуалы не прикасаются к ногами к земле, когда они сидят, вот. Вот. Сидит, блядь. Здрасте. Че там, норм, да? Чилишь? Чилит, блядь. Пацан чилит. Сидит, блядь. Он просто сидит. Не раз как всем норм, не раз как никого нет никаких претензий к нему, типа. Ну да, блядь, пусть сидит, мы-то что сделаем? Бармен, что-нибудь сделайте, пожалуйста, мужчина у вас сидит прямо на столе, блядь, бильярдном, он мешает мне играть. Зовут что-нибудь? Нет? Ладно, ну хорошо, дайте хотя бы выпить тогда. Дайте хотя бы выпить, тоже пойдет, то же самое, блядь. Сидит, блядь. Почему? Сейчас я напьюсь, потом будем играть. Да, я напился, можем играть. Че сидишь? Я между тобой, между ногами тебе встану. Здорово. Смотри в другие глаза. Я не могу встать нормально, блядь. Все, заявись, встал. Здорово. Как дела? Че ты сидишь здесь, блядь? Как им... Не знаешь, как всем норм? Типа, ни у кого вообще никаких претензий, блядь, нету. Типа, вообще, блядь. Да, все норм, нахуй. Хватит всех хуйню говорить, но не до этого. Не плевать на твое реальное задание, мне вот это интереснее намного, блядь. Много интереснее смотреть на мажму, которая сидит на столе бильярда. Вот это вот, блядь, весело, нахуй. Веселье, блядь. Давай, все, давай еще раз. О, Кирити! Wanna have a billiards battle? Так мило. Я не могу, блядь. Да, давай, дай батлить, блядь. Я могу его поднимать на ноги. Самостоятельно. Охереть. Сейчас. На, вставай, блядь. Пошли. Пошли. Пошли, блядь. Я знаю, что я так могу делать. Я могу просто взять его за ногу и начать таскать его с собой. Пошли, блядь. Я один раз нажал, и он просто взял его, поднял, блядь, на ноги. Я не знаю, нахера мне это такое вообще уметь такое делать. Типа, я не знаю, что это мне даст. Ну, типа, сейчас. Вот. Он заподнял такой, да, вставай. Да, блядь. Назу! Я так думал, что он просто поднялся, такого просто берет его за плечи и ставит. Вставай! Пошли дальше, Драс. Ах ты, блядь! Блядь, сука, свое, блядь. Хватит, я не хочу спать, потому что... Я не буду ложиться спать, что нахрен. Ханьямен, блядь! Ханьямен! Ханьямен! Ясно. Окей, то есть сейчас Мажма в Колизее, и он притворился Ханьяменом, и он хочет, чтобы я с ним подрался там. Ну, я, конечно, не могу ему отказать, поэтому идем в Колизей, и я ему его разъебу. В его образе Ханьямен. 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 Мой любимый супергерой, блядь, Ханьямен, нахуй. Вот он, сука. Мой любимый герой Марвел, Ханьямен. Здорово! Пришел, наконец-то я дошла, блядь, до него. Сука. Я пришла только, чтобы чисто с ним подраться, а вот он, и вот он пришел, наконец. Ах ты, блядь, мне кажется, сейчас не победит, блядь, сука. Да блин, что такое? А все, что-то неприятно. Так, все, я запомнил, что все, как бы можно тебя и ёбнуть из этого. О, все, полетел. Да пока, Ханьямен. Окей, сюда идем. Ай, что ты устроил, блядь? Да, это Ханьямен. Это Ханьямен. Ханьямен. Херасика музыка, блядь. Is that a Ханья mask? So you realize I'm here. Hey, give up the act. Majima-san. You're too damn creative for your own good.
Слишком креативный, блядь, для своего же блага. Бля, ко мне не надо, ко мне не... Hey, Маджима-сан, that's you, right? Damn, something's off about this. I have to fight him. Единственный вариант — это драться с ним. Единственный выход из любой ситуации — это драться с человеком. Понятно, все, блядь. Он говорит, что здесь не так, мне надо с ним драться. Сука. Нравится, как он еще такой начал, типа, это же Маджима, да? Он такой, уже даже был не уверен, это Маджима или нет. Типа, так не видно, блядь, да? Посмотри на него, это же, блядь, кто выглядит так же, как это, как Маджима? Никто. Маджима такой выглядит, как Маджима. И это, блядь, посмотри на него, блядь. Это вот ёбнутая эта прическа, это, блядь, один глаз нахрен. Вот как это не Маджима? Скажи, пожалуйста, блядь, ты чё? О, меч, охуеть, подожди. Да подожди ты, блядь. Да подожди ты, сука. Там... Сука. What's the meaning of this? Hey, why don't you speak? Не, он полностью в роль вошел, все. И побежал, блядь. Hey, wait! Hey, wait! Damn, he's creepier than I thought. I actually got scared. I can just imagine Majo-san giggling under that mask. Oh, unwavering spirit. И Powering Bad, блядь. Ихили, спасибо, он мне дал биту. Или за такие... Это как-то работает, но он мне дал биту. Круто, я очень благодарна ему. Я за это все, блядь! Boss just picked out what looked like a car from a kid's game off the street and then laughed maniacally. I will destroy Kiri-chan. I don't know what's going on with him, but he's gone now. I assume he's going to pick a fight with you, sir. Watch out! I'm going to destroy Kiri-chan. Так, я прям походу прям между ног ёбнул, мне кажется, кулаком. Выглядело так, будто ему ёбнул прям между ног, ну ладно. О, у него, в принципе, неплохая, кстати. А вот неплохая была. Что, не окей, да, то есть, да, у него, короче, камень самая сильная атака. Поискать, он будет играть чаще её, да? Ну, хотя это тоже у него тоже неплохо, но здесь самый крутой, типа. Окей. Короче, я буду считать, что он выберет, скорее всего, сразу камень первым делом, поэтому я сразу первым сделал возьму бумагу. Что будет? Так, подожду. Что вроде нельзя сразу же выбирать, а то пиздец будет. Ясно, вы два дебила. Так, либо он тупой, либо он не тупой. Я не знаю. Два варианта. Либо он тупой, либо он не тупой. Окей, он тупой, все хорошо так. Окей. Ладно, сейчас идем. Не, он на самом деле не такой уж... Да, это почему не такой уж хороший у меня так, на самом деле. Мне получше есть, блядь. Как бы... окей. Ну да, пойдет у меня эти... Как их? Я, наверное... Я, хотя, может так? Блять. Одно и то же. Да что ж так, почему мы думаем одинаково? Это неправильно, блять. Почему мы... Че так вы собираешь, сука, охуел что ли? А вот так тебе, блять, все, все, ты умрешь сразу же. Что у меня самый сильный. Чего мы одинаково думаем? Достало, блин, уже. Ах, come on. I lose again? I had no idea you were a master of psychological warfare, too, Kiri-chan. Psychological warfare? Maybe it's from watching out for you all the time. Aww. I'm stalking you to figure out your way of life, so why do I feel like I understand you even less now, Kiri-chan? Sucks to be you. Ты сука, блядь. Подъебал. This ain't right. If I keep playing this, I'm gonna get all out of tune. We better get back to brawling for real. You're going to start a fist fight over losing a card game? I won't fight you over a temper tantrum. Aww. Первый раз в жизни, блядь, он сам мне позвонил. Маджима-сан, you actually call me yourself? Pretty rare to get anyone but Nishida on the other side. No more taking the roundabout way. Now we're gonna do it right. Yeah? This time's for real. You come at this how fast? You're gonna die. I'll be at the Yoshida batting cages. Be there. Okay. The batting cages. Oh, the betting center. It's finally time to settle the score with Majima-san. I better make sure I'm ready to fight for real this time. Ну пошли, я готов, блядь. Не знаю, как ты, но я готов. Я ко всему готов, нахуй. Пошли. 10 years ago, I just declined to fight you. But I accept that challenge today. Let's go, Majima! Bring it, Kiri-chan!
Это, конечно, так мило. Вот он. Все. Из них голый торс, значит, что все теперь серьезно. Все серьезно. Мы серьезные мужчины, уже теперь не до шуток. Они дерутся с голым торсом, значит, все. Если дерутся полуголые, это значит, что все пиздец. Вот теперь настоящий, блядь, серьезный этот файт начинается, епта. Все, хорошо, что вы оделись, блядь. Все, он сказал, что типа он не перестанет когда заебываться. Кирю очень не рад этому, блядь. Что, я получил его ножик? Стой, блядь, я его ножик получил, охуеть. У меня теперь мой ножик есть. Он мне свой ножик дал, он так мило. Нас. Стой. Да блин. И за что так умеет делать, охереть? Вот, Passion Manly Bad House Battle. I'd like Passion Manly Bad House Battle, please. Пришел самый ненужный момент, да? А что ты тут делаешь, скажите, пожалуйста? Ты, конечно, сейчас надо мной ржешь, что я сюда пришел, а ты что тут делаешь, блядь? Маджибаса! What's going on here, Kirita? You interested in this kind of thing? Я раз как музыка начала играть, такая... I can't even imagine, I'm choking back the tears here! No, it's not what you're thinking. Whoa, check it out. Too Macho Man having a puzzle in the nude. This is a world of shit I didn't even know existed. take a closer look. It's an Edo period martial arts piece. There's steam everywhere, so it's not indecent. Kitty-chan, nothing to be ashamed of. You and I are super good buddies. I'll keep your little secret safe. I'm telling you, you've got it wrong. I'm not going to have you spreading rumors. I need to settle this with you right now, Majima-san. Hot damn, the tables are turning. It's rare when Kitty-chan is the one instigating the fight. Looks like we're gonna have a real passionate and manly battle. Он просто такой типа, ха, гейск, херню покупаешь. Ах ты, сука, мы начали драться. И все. Вот это все. И за что произошло. Просто поржала до мной, что я купил какую-то киевскую порнушку. А потом Кира такой, ах ты, сука, ты не так понял, а теперь мы деремся. Вот, заебись, просто идеально просто история дружбы. Держи велик. Бум. Бум. На тебе, блядь, колесом. Эта штука у меня есть. Смотри, у тебя есть знак, есть знак. Знак того, что ты... О! Чё-то новое! Я не помню такого. Нихера себе. You're always so tough, Kitty-chan. I lose. В какой раз, блядь, уже? Ты постоянно проигрываешь, сука. No, about what we were discussing earlier. Passionate manly battle, wasn't it? I'm prepared. Do your worst to me, Kitty-chan. This is so ridiculous. I don't even have a comeback. I finally feel like I got to see a hidden side of Kitty-chan today. This is why I can't take the only good I have got off you. Он сам смешно, у него один глаз, блядь. Окей. Окей, ладно. Блядь, что это сейчас было нахер? Он сказал, что он увидел другую сторону Киру. Я не понимаю, что он имеет в виду под этим. В какую сторону он увидел гейскую, блядь? В смысле? Я увидел другую его странную, блядь. Какой странный нахрен? Задний, блядь. Я не понимаю этого человека, блядь. Я его просто не понимаю.